за прекращение войны. Обеспечить достойную жизнь и работу, остановить репрессии и наступление нацизма. Пожалуйста. А как мне это сделать? Скажите, как я могу обеспечить выполнение этих соглашений? Поддержать надо людей, которые стремятся что-то для нас делать, не нам всем. Скажите, пожалуйста, а нам запрещается говорить по-русски? Нет, не запрещается. Нам запрещают. Вот мы требуем, чтобы местное самоуправление решало, как нам разговаривать. Вот. Отменить все решения, ограничивающие использование русского языка. Вот. Использование в чем? В письме или в... И в речи, и в письме. А как можно в письме, если мы живем в Украине, мы должны, как в любой другой стране, использовать национальный язык? А мы русскоязычное население. Ну, вы русскоязычные, а люди родились в Украине. Понимаете? СССР был уже очень давно. Сколько лет назад уже? Ну, а мы рождены в СССР. Вы можете говорить на русском языке? Вы можете, кто не мешает? Я говорю на русском языке. Читайте, в чем проблема? Но вас кто-то ограничивает, не читайте Пушкина на русском языке? Ограничивает. Ну, просто скажите, меня никто не ограничивает. Ну, а меня ограничивает. Я могу приехать куда угодно, могу в Киев приехать, могу во Львов приехать и говорить на русском языке. Нормально как я? Вам сделают замечание, что ты живешь на Украине, ты обязана разговаривать. Кому я обязана? Я могу приехать куда угодно. Могу приехать в Россию, разговаривать на украинском языке. Могу приехать в Польшу, разговаривать на украинском, на русском. Мне же никто не делает замечания. Как хочу, так и говорю. А мне ограничивают. Кто вас ограничивает? Я не хочу, чтобы у нас забирали День Победы. А кто у вас забирает День Победы? День Победы мы отмечаем. Нет, не будем отмечать. Скоро не будем отмечать мы День Победы. Откуда такая информация у вас? День Победы во Второй мировой войне мы отмечаем. Или вам надо как-то? Вам полегчало, что убрали памятники? Какой памятник? Да, в Франции как-то нет памятника. Нет памятника. Нет никого, честно говоря. А я против того, чтобы убирали памятник. Но вот вы считаете, вам вернут памятник? Конкретнее, пожалуйста. Какой памятник? Войну закончили. Говорят, что запрещают говорить на русском языке. Вот собирают подписи за то, чтобы... Человек бессовестно нагло врет, провокатор что-то, а вы с ним разговариваете. Конкретно, кто вам мешает разговаривать на каком языке? Скажите, пожалуйста, кто вам мешает? Извините, если это получается лично к вам, извините, я горячился. Вот эти ваши бумаги, это пишут их провокаторы, а вы являетесь их рупором. То есть вы какую-то ерунду. Да, не запрещают. Нам проблем не запрещают. Никто не запрещает говорить на украинском. На русском. То есть на русском. Просто документы на государственном языке, документы должны быть на государственном языке, как и на Украине. А говори свободно, как хочешь. Да, хоть на английском, хоть на китайском говорит, да. Ладно, извини. Спасибо. Ну тогда почему? Все они плохие. Так тогда вы хорошие. Так вы тогда хорошие. Черное-белое. Нет, вы что это как черное белое? Чесночок. Как долго у меня нет такой белый. А мы разгоняем.